Армысыздар, құрметті көрермендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Крылов Александр. В убийстве пограничников на заставе Аркан-Керген подозревают 19-летнего карагандинца. До конца июня оставшиеся без квартир жители микрорайона Бесаба получат новые квадратные метры в новостройках по проспекту Шахтеров. Чемпионат Казахстана по кикбоксингу в Таразе спортсменов из нашей области порадовал золотыми медалями. В убийстве пограничников на заставе Аркан-Керген подозревают 19-летнего карагандинца. По словам сотрудников КНБ, военнослужащему грозит пожизненное заключение, продолжит наш корреспондент. Подозреваемый Владислав Челах учился в Карагандинской школе номер 54. В армию его призвали 23 ноября прошлого года. В период службы он писал матери, что служить ему нравится. Также он был бесконечно рад, что пошел служить в пограничные войска. В прошлом году 19-летний Владислав окончил железнодорожное училище. По словам дедушки Владислава, после трагедии солдат срочной службы сам вышел к сгоревшему посту, где в то время работала следственная группа. Они нам сказали, что это значит, это спровоцированный теракт. Сам Назарбаев говорил об этом в выступлении, значит, это по телевидению. Я сам вот слушал его это два раза. Сначала в этом, в Астане, потом здесь, дома. Как сообщило журналистам издания «Курсив», в военных кругах пограничник все время с момента трагедии прятался неподалеку в одной из пещер. При нем был пистолет. Как отметили сотрудники следственной группы, у него была нарушена психика. Существует много версий. Например, такие, как всю погранзаставу мог выкосить всего один Владислав из-за ссоры в разгар празднования Дня пограничника. Нападение религиозных экстремистов. Такую версию озвучило издание «Гульжан.орг». В настоящее время по факту убийства пограничников правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Кто и с какой целью убили военнослужащих на пограничном пункте Горный, остается загадкой. Но на сегодняшний день подозреваемым является Владислав Челах. Сотрудники КНБ радостных новостей не сообщают. За убийство сослуживцев ему грозит наказание в виде пожизненного заключения. Так говорит бабушка Владислава. Мирамгуль Салкимбаева, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. До конца июня оставшиеся без квартир жители микрорайона Бесаба получат новые квадратные метры в новостройках по проспекту Шахтеров. Сегодня аким города Бауыржан Абдишев лично осмотрел каждую квартиру нового жилого комплекса. Какие нарушения обнаружил градоначальник и кто является недобросовестным подрядчиком, об этом подробнее расскажет Ирина Камышова. Вот такие вот компании вот создают все проблемы по всему Казахстану, я думаю, которые абсолютно безответственные. Претензии градоначальника к представителю подрядчика «Син Альянс» обоснованы. Уже на днях первая блок-секция новостройки по проспекту Шахтеров должна быть сдана в эксплуатацию. Хоть подрядчику и осталось делать некоторые отделочные работы, в сроки компании не укладывается. Снять без фото двери, теле ножи. Ты же видел, я же специально 9-й блок-секцию специально первым привез. Здесь у нас технологии шлифуют и потом укладывают. Чтобы не повторилась всем известная история с рухнувшим домом, Бауыржан Абдишев лично контролирует ход строительства жилья в нашем городе. Сегодня он осмотрел каждую квартиру новых многоэтажек на Юго-Востоке. Здесь по госпрограмме получат квартиры более 1000 горожан. Возведением новых домов занимаются две подрядные организации. Жители рухнувшего дома микрорайона Бесаба займут две блок-секции, в одной из которых на днях будут завершены последние работы. Из тех дольщиков, которые... 65 квартир по Бесабе, 4, 5, 8 блок секции. Из 65 51 человек сегодня подписали договор сессии с нами. Да? 51 человек получил квартиры. Первые, в каждом подъезде 36 квартир. Вот первые, которые значит, подписали, они получат вот 9 блок секции. И значит остальные вот через 10 дней я еще раз вас прошу вместе со мной приехать. Мы здесь посмотрим, на какой стадии как будет. И, соответственно, введем. А уже в конце июня абсолютно все бесабинцы, в одночасье оставшиеся без крова, получат новые квартиры. А недобросовестному подрядчику «Син Альянс» глава города поручил немедленно исправить все недостатки и сдать квадратные метры жилья строго по плану. Более сколько ты года он вот это вот все тянет? Ведь один обман. Да. Вот он сейчас нагло при всех вас врет, что говорит, через 3 дня закончу. И черта он не закончит, потому что работы более чем достаточно. Вот он 10 дней, ты 10 дней взял? 10 вот дали. Вот 10 дней я вот со всеми коллегами специально приеду. Самое главное, аким города пообещал, что ни один житель рухнувшего дома микрорайона Бесаба без квартиры не останется. Ирина Камышова, Тулиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.
Караганде состояние подземных переходов оставляет желать лучшего. За последние годы переходы стали стихийными торговыми точками. Сегодня аким города Бауыржан Абдишев посетил подземные переходы и оценил их состояние. Участились случаи обращения граждан с жалобами на затруднение перехода в подземках. Главной причиной такого состояния перехода является торговый вандализм. Так считают сотрудники городского акимата. Теперь вот это вот, этот базар, кто здесь варит? Мы тоже договора все заключили. На каком основании? На основании налоговый инспектор сказал, что они выдают им разговор. Кто налоговый? А как вы выдаете? Это землю общее пользование, это не базар. Как вы разрешение выдаете? Градоначальник отметил, что состояние подземных переходов не соответствует санитарным и пожарным нормам. Он поручил хозяйствующим субъектам усилить контроль соблюдения правил торговли, культуры обслуживания и границ размещения торговых мест. Марал Тукенова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Долгожданную для всех карагандинцев горячую воду дадут 15 июня. Гидравлические испытания на сетях подходят к концу. Об этом рассказал генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Андрей Липунов. Опрессовка тепловых сетей в нашем городе проводится уже почти месяц. За это время компания-услугодатель выявила более 400 дефектов. Гидравлические испытания подходят к концу, и уже в начале следующей недели трубы будут заполняться горячей водой. Мой кудук. Затем у нас 8-я насосная станция заполнится, уйдет вода в сторону 5-й насосной, 5 и 5А. 5А будет работать в сторону юго-востока, юго-восточная часть будет заполняться. Одновременно будет заполняться городская сторона. То есть это улица Гоголя, это ответвление Ермекова, которое уходит на зоопарк. Вот это все линии будут заполняться. И уже к 15 июню все горожане смогут принять долгожданный горячий душ. В Караганде купальный сезон еще не начался, а уже есть утонувшие. Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области напоминает о правилах поведения и мерах безопасности на воде. На сегодняшний день на водоемах области утонуло 8 человек, в том числе один ребенок. Последней жертвой большой воды стала 16-летняя девушка, которая утонула в заброшенных очистных отстойниках Майкудуки. Все чаще причиной гибели людей на воде становится купание в запрещенных местах, а также состояние алкогольного опьянения. Для предупреждения и недопущения чрезвычайных ситуаций на воде личным составом водно-спасательных служб регулярно проводится патрулирование на лодках и предупреждение населения. Всегда мы говорим о том, что при катании на лодках не следует перегружать плавательные средства. Обязательно должны присутствовать спасательные жилеты. И вот в частности в Центральном парке есть лодочная станция. Обязательно требовать, чтобы при катании в лодках были спасательные жилеты как на взрослых, так и на детях. А также советуем не отдыхать в безлюдных местах, не терять из виду друг друга, неусыпно следить за своими детьми, не доверять на отдыхе вот таким резиновым игрушкам, которые могут подвести в любую минуту волной, ветром. Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области призывает жителей региона быть бдительными, находясь на воде, уделять особое внимание детям, не оставлять их без присмотра, а также соблюдать правила отдыха на водоемах. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Альянс студентов Казахстана по Карагандинской области и областной штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыль-Ель» при поддержке отдела внутренней политики акимата города Караганды в целях реализации социально значимых проектов провели пресс-конференцию о старте городской акции «Чистый город, чистый двор, чистая река». Подробнее в материале Жазира Абдраимовой. Сегодня в День эколога стартовал экологический проект и продлится она до конца года. В ходе реализации планируется проведение круглых столов, дискуссии, встречи на темы экологические проблемы, их пути решения, субботники, направленные на сохранение природы, и фотоконкурс среди студентов «Чистый город, чистый объектив». Все эти мероприятия будут освещены в рамках республиканской информационной социальной кампании «Болашах Бугнем Басталаде. Будущее начинается сегодня». Качество окружающей среды является важнейшим условием для жизни человека. Сегодня экологические проблемы стоят в ряду самых важных и определяют уровень благополучия всей мировой цивилизации, и в частности в нашей стране и городах.
Охрана окружающей природной среды – новая форма взаимодействия человека и природы, рожденная в современных условиях. В настоящее время в каждой цивилизованной стране есть множество организаций, ответственных за охрану окружающей среды. Альянс студентов Казахстана и областной штаб Жасыл-Ель каждый год проводят различные мероприятия – субботники и санитарные работы по очистке территории города. Активисты и бойцы Жасыл-Ель вносят вклад в воспитание и пробуждение чувства трудолюбия к окружающей среде молодежи. Сегодня мы говорим о старте, говорим о его цели, задачах, о том, что будет проводиться. Конечно же, непосредственной целью и главнейшей целью данной городской акции является это привлечение именно жителей города для активного участия в решении экологических проблем своей страны и своего города. То есть мы начинаем с нашего города, с нашей Караганды. Надеюсь, данную эстафету акции экологической направленности подхватят и другие города, другие регионы. То есть мы стартуем, а финиш, надеюсь, продолжится в других городах. Каждый должен содействовать охране окружающей среды и экологии своего города ради будущего. А будущее начинается именно сегодня, заявляют организаторы мероприятия и призывают всех принять участие. Жазира Абдраимова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Библиотекари области учат пользоваться интернетом и порталом электронного правительства. Сегодня на тренинге работники библиотеки имени Гоголя объясняли коллегам из села и городов-спутников, как можно воспользоваться услугами электронного правительства, какие документы можно получить, не выходя из дома. Областная библиотека имени Гоголя по реализации государственной программы «Электронное правительство» работает уже на протяжении 6 лет. За это время на компьютерных курсах по повышению информационной грамотности и навыкам работы в сети интернет было обучено более 500 человек. Это работники библиотек, безработная молодежь, студенты и пенсионеры. Это особенно актуально для сельского населения. Не у всех, наверное, сельчан есть компьютеры дома, доступ к ресурсам интернет, а библиотека как вот такой самый общедоступный пункт информации на селе, она может предоставлять каждому вот гражданину вот этого поселка, аула, вот такие услуги. Напомним, сегодня на портале электронного правительства предоставляется более 70 электронных и 2000 информационных услуг. Посредством портала выдано более 6 миллионов электронных справок. Планируется, что к концу этого года большую часть государственных услуг, в том числе все виды лицензий, будут предоставляться только в электронной форме. Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, продолжаются. Малышей детского сада «Батирек» порадовала сюрпризами фирма «Позитив». Представители фирмы подготовили для ребят необычный подарок. Ростовые куклы показали мальчишкам и девчонкам театральную постановку. Малыши с интересом наблюдали красочное мероприятие. В детском саду функционирует спортивный зал, музыкальный зал. В спортивном зале дети занимаются 2 раза в неделю. 1 раз в неделю у них физкультурные занятия проходят на улице. В музыкальном зале очень хорошо оснащенный музыкальный зал. Занятия также проводятся 2 раза в неделю. 1 раз в неделю у них идут развлечения. Дети с большим удовольствием занимаются и физкультурой, и в музыкальном зале. Стоит отметить, данное дошкольное учреждение является молодым. Оно было открыто 6 месяцев назад, но уже воспитывает 430 детей в 12 казахских и 4 русских группах. Марал Тукенова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Медицинские работники показывают, что являются приверженцами спорта, и на своем примере рассказывают, что такое здоровый образ жизни. На днях прошла юбилейная 10-я спартакиада среди организаций здравоохранения. Легкая атлетика, настольный теннис, футбол, волейбол, перетягивание каната и другие виды спорта. По всем этим дисциплинам работники здравоохранения области соревновались на днях. Сегодня все медицинские организации представили свои команды. Накануне этого спартакиады прошли месячные соревнования. В течение месяца, когда между медицинскими организациями выявлены лидеры. Будем говорить, та команда, которая вышла победителями. Сегодня идут финальные соревнования. 15 команд со всех районов области собралось на соревнованиях. Для многих спортсменов дело было даже не в победе. Главное для них было показать положительный пример в занятиях спортом. Александр Крылов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Чемпионат Казахстана по кикбоксингу в Таразе спортсменов из нашей области порадовал золотыми медалями. Состав команды невелик, всего 4 человека. Тем не менее, важным по-прежнему остается не количество, а качество.
148 кикбоксеров со всего Казахстана в Таразе, чтобы выявить сильнейшего. Турнир такого масштаба прошел на уровне, и для нашего региона есть поводы для радости. 4 спортсмена, 4 медали. Неплохой результат перед предстоящим международным турниром в России. Одним из таких чемпионов является грабильный айдабол. Тренер связывает со своим воспитанником большие надежды. Я верю в тебя. Да. А ты в меня? Да. И вот поэтому у нас надежды вот такие, чтобы... Теперь вот на этой Лондонской Олимпиаде будет решаться вопрос допустить кикбоксинг к следующей Олимпиаде по разделу «Фулл контакт». Ну и будем стремиться к тому, чтобы мы на Олимпийских играх как раз подойдем по возрасту. Пока айдаболу всего 12 лет, но он уже является победителем международного чемпионата и по итогам прошедшего первенства в Таразе чемпионом Казахстана. Именно в таких спортсменах и просматривается олимпийское будущее нашей республики. Александр Крылов, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Сау болыңыздар.